Серийное производство российского люксового внедорожника «Аурус Командант» начнется на заводе в особой экономической зоне в Татарстане в конце ноября-начале декабря 2022 года. «Аурус Командант» станет одним из самых больших и тяжелых премиальных внедорожников в мире, а также получит минимум три эксклюзивных опции – пневмоподвеску под рулевые лепестки и автоматизированную систему помощи водителю. Характеристики автомобиля уже давно известны. Так, под капотом будет гибридная силовая установка мощностью 600 лошадиных сил, состоящую из бензинового турбомотора V8 объемом 4,4 литра с двумя турбокомпрессорами и девятиступенчатого автомата со встроенным 63-сильным электромотором. Привод будет полным. Полная масса составит 3495 килограммов, тогда как у Rolls-Royce Cullinan она равна 2660 килограммам. Объясняется это тем, что Аурус Командант – это автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров, то есть, вероятно, будет поставляться уже бронированным. Официальная презентация внедорожника Аурус Командант состоится 29 сентября.